Добрый день, дорогие целинники. Я от всей души рад присутствовать сегодня здесь на открытии нового спортивного зала в партизанской школе. Сегодня мы открываем спортивное учреждение, которое в первую очередь будет работать для детишек, тех, которые учатся в школе. Потому что это спортивный зал, конечно, может быть в будущем зал и больших спортивных достижений. Но сегодня это возможность для вас, дорогие ребята, заниматься физической культурой, укреплять свое здоровье. Может быть, кто-то из вас, научившись здесь чему-то, в будущем станет небольшим спортсменом. Дай Бог, чтобы это было так. Но самое главное, конечно, вы все получаете новые возможности для того, чтобы привить в себе с раннего детства любовь к физической культуре, к спорту. Я, конечно, поздравляю в первую очередь и выражаю глубокую признательность строителям, кто построил нам сегодня такое замечательное сооружение. Это присутствующий здесь руководитель компании «Алексстрой» Бамбушев Александр Николаевич. Огромное вам спасибо. Целинники знают этого человека и знают с хорошей стороны. Ваши маленькие братишки и сестренки ходят в недавно построенный у вас в Троицком красивейший детский сад не только нашей республики, но и всей страны. Проект, по которому этот детский сад был построен, является одним из лучших в Российской Федерации. И я убежден, что наши строители порадуют нас и в будущем. И у вас, в том числе в Целинном районе, будут строиться новые и новые спортивные сооружения, как, впрочем, это делается по всей Калмыкии. Радует одно, что эти ребята, мы поступательно и очень динамично работаем в этом направлении, в направлении развития спорта. А спорт нуждается в поддержке государства. Строительство вот таких спортивных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, открытых стадионов. И в каждом уголке нашей большой, красивой Калмыкии мы с регулярностью, с хорошей регулярностью строим и возводим такие спортивные сооружения. Я хочу пожелать в первую очередь, конечно, вам, маленькие наши ученики, занимайтесь спортом, учитесь хорошо. Спорт и физическая культура всегда помогут вам. У вас будет здоровый, крепкий дух и хорошая физическая подготовка. Добрый путь. Саламхалха.